Это воинское кладбище в Севастополе. В понедельник здесь прошли пышные похороны. Над могилой установлен деревянный крест. Вокруг лежит множество траурных венков. Нет только имени. Журналисты видели кортеж из 20 машин, въезжавший в кладбищенские ворота. Источники в городской администрации Севастополя подтвердили, именно здесь похоронили погибшего в воскресенье сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. Микроавтобус, которым управлял Янукович-младший, провалился под лед озера Байкал. По данным местных изданий, мужчина помог выбраться пассажирам, но сам спастись не успел. На безымянной могиле лежит венок с надписью «Любимому сыночку». Присутствовал ли на похоронах бежавший год назад из Украины Виктор Янукович-старший, неизвестно. На время церемонии кладбище было полностью оцеплено.